И всем привет, меня зовут Риц, и мы продолжаем играть в Данганронпу 2. Я сделал небольшой перерыв, так сказать, в один день, чтобы морально приготовиться к тому, что нас ждет, а именно классный суд. Давненько его, конечно, не было. Ужас. На третьем классном суду. Не знаю, говорить ли мне с ними или не говорить, что они скажут нам. Давайте попробуем. Как я думал, этот конкретный инцидент. Упс, мы можем продолжить это позже, верно, Хаджима? Что с ним такое? Он еще более жуткий, чем обычно. Окей, давайте. Йокару. Пришло время показать мою серьезную сторону. Моногатарио цукру. Господи, как проблематично. Наверное, я могу показать свою настоящую силу ради наших двух павших товарищей. Окей. Надеюсь на тебя, Гандам. Серьезная сторона, да? Ватакшива. Хиёко, это должна быть моя вина, в конце концов. Оно десне. Ты должна узнать правду за этим убийством. Теперь же продолжим. Ладно, давайте. Как обычно. Ничего сверхважного нам им сказать нечего. Все скажут свое слово на классном суде непосредственно. Мы вступили на эскалатор и возвысились в сторону открытого открытой пасти Монокумы. Скалы Монокумы. Тогда мы внезапно заметили это. Заметил, что наши силуэты становились все меньше и меньше. Но теперь я уже не могу вернуться. Если я вернусь, я не смогу продвинуться вперед. И когда все были внутри скалы Монокумы. Анимация, конечно, на высшем уровне. Лифт начал спускаться. Начал свое глубокое погружение, как обычно. Но никто не сказал ни слова. Пока мы стояли там и пытались придумать, чтобы сказать друг другу, лифт спускался все ниже и ниже, все глубже и глубже. Все-таки кто-то из нас убийца, и нас все меньше и меньше становится. И не так много людей, из которых можно выбирать. И когда он отпустился настолько глубоко, насколько можно, он наконец-то остановился. Да. Двери лифта медленно открылись. Почти мучающие нас. Свет появился с другой стороны, размывая границы темноты, и я вошел в это место. Какая-то типа башня, какие-то каменные стены.
Чувствует себя довольно беззубо с этими всеми пустыми местами. Ну, два человека были убиты в одно время. И Никомару также не здесь. Никомару действительно не участвует. Если он живой, ты должен пригласить его. Зачем? Что? Теперь же давайте начнем. Это начало долгожданного классного суда. Пожалуйста, насладитесь всем своим сердцем. Итак, занавес на третий классный суд был почти открыт. Да, кстати, занавесов в этом деле было много. Забавно. И Буки Мёда, абсолютный музыкант. Она была очень громкой, но она была душой компании нашей группы. Когда я был с ней, все мои боли и страдания, кажется, таяли. Хиёко Сайо, он же абсолютный традиционный танцор. Просто того, что смотришь на ее милое лицо, ты никогда не знал. Ты никогда бы не подумал, что на самом деле она эгоистична и сквернословна. Но она пыталась изменить себя и вначале пыталась принять смерть Махеру. Человек-то убил этих двоих среди нас. Бам-бам-бам-бам-бам. Я точно не могу поверить в это. Бам-бам-бам-бам-бам. Но могу ли я поверить или нет, это не важно. Пока я не смогу узнать правду, я не смогу покинуть этот ад. Поэтому я должен узнать не важно что. Ради нас. Ради наших друзей. Ради Буки Хиёко. Так, занавес на третий классный суд был почти открыт в очередной раз. Суд, в котором столкнулись надежды и отчаяние, а на кону были наши жизни, начался. Ладно, не будем сохраняться пока что. У нас еще куча времени будет. А, способности. Тихий массаж. Заставляет счетчик фокуса быстрее восстанавливаться. Всегда временно он стоп дебатов, гамбита, висельник и словесного переполоха. Ужас. Ну, пускай так будет. У нас великолепный клинок, остота увеличится на 2, эффективное время схода. Ладно. Неважно, мы съем все, что у нас есть. У нас очков полно. Сложность у нас мы трогаем. Улики. Кровь на подошве. Кровь на подошве и Буки. Веревка, на которой была повешена и Буки. Ключ от комнаты Хиёко, но был внутри глубоко кимоно Хиёко. Кусок бумаги толстый от этого, от обоев. Черный занавес в клубе. Из супермаркета. Изначально не был там.
Окей, то есть... Это довольно очевидно, что... Получается, их почему-то поменяли с... занавесом из... комнаты для совещаний в больнице. Окей. Было ли это изначально? Я просто... Я не помню. Как оно изначально выглядело и есть ли разница на... Была ли разница между началом главы и тем, что сейчас, как они изменились, занавесы эти. Это, блин, если бы я помнил, это было бы легче, конечно. Ну, допустим, пока что, допустим, что они действительно их поменяли. Окей. Лестница... Кровь на ней. Насколько я помню, на видео не было крови. Но... Значит ли это что-то? Было ли две лестницы? Свеча. Камера наблюдения. Термометр этот. В клубе было довольно жарко, довольно жарко. Кровавое пятно на полу. Предполагаемая кровь принадлежит Хиёко, окей. Полупрозрачная капля. Окей, то есть, возможно... Те барабанные палочки, они были просто так подкинуты туда, чтобы... Как сказать? В общем, чтобы... Чтобы запутать нас, и на самом деле... На самом деле, вот эта штука закрывала дверь. Потому что если... Когда мы пришли, я не думаю, что там кто-то был, потому... Ну, если там никого не было... На самом деле, никто не прятался. Потому что, чтобы выйти оттуда и закрыть барабанными палочками дверь, это, я думаю, это невозможно было сделать. Снаружи закрыть барабанными палочками дверь. Окей. То есть, оттуда точно кто-то вышел. В конце. Альби... Сведения Микан. Микан была с Хаджими все время после объявления Монокумы. После того она пошла в больницу проверить всех и поняла, что обнаружила, что Ибуки исчезла. Когда она выбежала из больницы, чтобы искать Ибуки, она, судя по всему, встретилась с Фуюхико. Но после этого они разошлись опять же. Вроде как, я там... Потом еще Фуихика тоже что-то говорил. Окей, вот это видео. Видео, которое Хаджими видел в больнице. Показывает человека в халате. С мешком на голове. По своей воле забирается на лестницу. К петле. Окей, сейчас еще раз посмотрю. Фуихика. После того, как Фуихика встретил Микан, они разделились, чтобы искать Ибуки. Они проверили кинотеатр и аллею с электрическими приборами, но ничего, никого не нашли. Судя по всему, Фуихика и Микан были единственные, кто разделился на... А нет, не единственные, в смысле. Разделились лишь на небольшое время. Кимоно. Хиёко там сын кимоно что-то делала. Не могла его завязать и... Тогда Соня сказала ей, что...
клубе, в кладовой клубе есть зеркало, и она пошла туда, видимо. Билет Монокумы на кино. У одного человека лишь может быть один билет. И дата написана на билете. Сумка Монами продавалась в кинотеатре. Лишь один человек может купить ее. Вы получаете еще одну бесплатную, когда вы покупаете ее. Всего три смерти в кино. Сначала чучелом Монами повесилось, затем льва застрелили стрелами и жестяной человек, его зарезали на куски. Так, еще раз. Это получается в середине где-то лестница, вот эти кровавые следы были. Где-то палка вот идет по диагонали. На самом деле это тяжело сказать. Но, по-моему, она вот здесь должно было быть видно вот эту кровь, которая там, ну. Окей, мы посмотрели все эти улики. И я думаю, можно начать. Ты готов? Хотел бы так сказать. Ну что ж, начало. Ну что ж, начнем с простого объяснения правил классного суда. Во время классного суда вы будете представлять свои аргументы за то, кто есть убийца, и проголосуете за того, кто сделал это. Если проголосуете неправильно, тогда накажут только запятнанного, но если выберете не того, я накажу всех помимо запятнанного. Этот человек получит право покинуть этот остров, но мы все знаем правила. Ну ладно, кого волнуют эти... Это скучное объяснение. Давайте уже начнем. Согласен. Мы уже который раз здесь собираемся. Я не против начать суд, но я не совсем понимаю, как это дело произошло. Знаете, потому что я спал все это время. Даже если ты не знаешь, не понимаешь, ты лишь собираешься запутать нас, не так ли? Но Гита не единственный, я тоже не совсем понимаю. Не переживай, Акана, ты в таком положении всегда, как будто ты спишь. Все дело. Ты в порядке, твоя голова пустая в любом случае. Пустая голова, а? И что с этим не так? Слушай, чем более пустая твоя голова, тем больше меч ты можешь засунуть в нее, знаешь ли. Ага. とりあえずその二人を議論に加えないまま裁判を進めるわけにもいかないから. Нет. А в любом случае мы не можем продолжить суд.
Если те двое, кто не могут... Если те двое не могут принимать участие в аргументах... Так как он первый свидетель, почему мы не спросим Хаджиме объяснить инцидент и последовательность событий? Так, давайте начнем с того, когда мы разделились на больничную команду и команду мотеля из-за болезни отчаяния. 病気になった小前田と美穂だと終わりの他に積木と崩流と俺を合わせた6人だった. Больничная команда состояла из Нагита, Ибуки и Акана, кто был заражен, и Микан, Фуихика и меня. 残りの5人、私と田中さんと相田さん、それと七海さんと西園寺さんがモーテル組ですね。 Остальные пять в команде мотеля были я, Гадам, Казуичи, Чаки, Хиёка. Бёингуми цуттэмо, асоко ни томару ноа киншу датта кара, оре то Хината ва хотэлу ни каэтте недэтанда. Проводить ночь в больнице было запрещено, так что Хаджиме и я спали в наших коттеджах. Джикен га окита хи мо соу датта. Оре ва хотэлу де ме га саметанда. Я проснулся в моём коттедже во время... В день, когда произошел инцидент. Микан пришла, чтобы разбудить меня и сказать, что Нагита восстановился от его симптомов. Мы сразу же направились в больницу, и после того, как мы подтвердили его восстановление... Я отправил Микан отдыхать в ординаторскую комнату, так как она не спала всю ночь, пока я ждал в больничном фойе. Да, тогда мы еще не смогли проверить, получается, Акана и Буки. Может, их уже тогда не было. Ну да, получается, когда мы уже увидели, не выходя из больницы, что она якобы уже вешала. Затем я увидел входящих сигнал на камеры наблюдения. Лампочка входящего сигнала начала моргать перед нашим заявленным временем. Когда нажал кнопку, чтобы включить монитор, что появилось на экране, было... Окей. Асабукро кабутта канджа фукусугата но джинбуцу га 自分から脚立を登っていく姿だった. Окей, теперь подтверждено это уже. Что здесь крови не было, так что этот по-любому... Но если здесь показывается вот точно... Именно то, что мы в первый раз видели. Потому что главный герой же не может запомнить, как, ну, прям точно все детали. Он же не записывал это как-то на камеру какую-то или еще. Вот самое... Непонятно, вот с этими... С Данганронпой, вот... Они же... Как они запоминают все вот эти улики точности, как они происходили? Ладно, это не важно. Допустим, вот это именно то, что мы видели первый раз, но тут, получается, крови точно нет.
Это 100% не может быть. Не может быть в музыкальном клубе, потому что мы сразу же побежали туда и... Ну, по идее, да, мы сбежали туда, и мы видели уже все, что там произошло. Мы и буки мы уже точно видели, и там лестницу мы тоже могли видеть. Это же 100%, что убийство, что это видео происходило не в клубе. Или они поменяли лестницу. Нет, они могли поменять лестницу. Потому что убийца возвращался туда, чтобы закрыть дверь. Ладно. Видео о том, как кто-то в больничном халате и мешком и сумкой на голове забирался на лестницу. Сугой! Доки-доки-сыру-ханас-да-не! Да, Хината-кун, а то что? Замечательно, какая захватывающая история. За тем, что ты сделал, Хаджиме. Мочирон, томеу-то-ста-ни-ки-маттеру-да-ро? Я пытался остановить их, конечно. Исойде-биоин-о-тоби-даште. Я побежал из больницы и побежал туда, где было записано видео, музыкальный клуб. Но уже было слишком поздно. Вот мы видим, здесь лестница есть. Сдени асабукро кабутта джинбуцга кубио цуттетанда. Терми, как я прибыл, человек с... Вместе с сумкой на его голове уже был повешен с потолка. Я подумал, что мне стоит сказать другим сразу же. Так что я отправился в мотель. Почему мотель? Это, возможно, было... Может, возможно, была ошибка, потому что убийца сразу же вернулся после этого. Ну хотя, конечно, в такой ситуации ты не знаешь, что делать. Ты же не подозреваешь, что кто-то еще убийство произойдет. Я не думаю, что здесь за 10 минут удалось убить бы кого-то. И все это сделать, подвесить за... на этот столб. Почему мотель? Лайвхаус кара чикакатта кара да ё. Соре ни... Потому что он был близко к музыкальному клубу и... В отличие от клуба, от больницы, там было более способных людей. И или... По крайней мере, я так думал, но единственный человек, кто пришел со мной, была Чайка. Но я помню чувство легкого облегчения, потому что немного позже мы встретились с Миканой Фуихико. Мы также искали Ибуки, так как она исчезла из нашего видения. После много небольшого отдыха я начала считать всех больниц. Затем я заметила, что Ибуки пропала, так что я выбежал из больницы. Случайно я наткнулась на Фуихико, так что я... Пошла с ним, чтобы посмотреть, может ли он по ним помочь. Подожди.
Окай зарельёна, и когда я амеро. Да, я не понял немного. Не говори так, чтобы. Не говори так, чтобы запутать людей. Сону втори кара, Миода га инакунатта тте кита оре ва. Окей. Ано Асабукуро но джинбуц га соу нан джанай ка то омотте. После того, как я услышал от тех двоих, что Ибуки исчезла, я... У меня появилось чувство, что она была человеком, которого с мешком сумками навалили. Так что моментально повел их в музыкальный клуб. Гэдо, лайвхаусの тобира га аканакунатте ягатта. Шиката нэ кара, 4人 де бучи ябуттанда. Но дверь не открывалась. Так как у нас не было других выходов, четыре четверо нас вломились в дверь. Соштара, Миода но штай даке жа не, Сайонджи но штай маде аттанда. Затем это случилось, мы нашли не только лишь тело Ибуки, мы также нашли тело Хиёка. Шикамо, хашира ни харицуке ни сарета джоутай де дазо. Не только это, ее тело было привязано к столбу. Штай хаккен анонсу га натта ноа соно токи да. Шикамо, 2回 лензоку датта на. Тогда мы услышали объявление о нахождении тела не один раз, но два раза подряд. Куриайзу, куби о цуттейта штай о оросте агео тте ханаши ни наттан десу ё не. Итак, мы решили спустить повешенное тело, не так ли? Асабукуро о хазуште митара, яппари, соре ва Миода даттан да. Когда мы сняли сумку, я как я как и боялся, это был Ибуки. Соре га конкай но джикен но нагаре да не. Аригато. Йоку вакатта ё. Так вот как дело произошло. Спасибо вам. Теперь я понимаю. Я понял его очень легко. Эма. Очень легко. Конкай но джикен де нани га мондай ка ва хаккири штеру зе. Хината га лайвхаус кара ханарете иру айда ни даре га. Ну, это очевидно, какая проблема с этим делом. Когда Хаджими покинул музыкальный клуб, кто... Подожди, как я могу знать, что все, что сказал Хаджими, правда? Простите, я лишь... Веду себя сейчас непредвзято, и история, что я услышал, очевидно подозрительная. Нет, Нагита теперь против нас. Ну, это неудивительно на самом деле. Он имеет полное право не доверять нам, потому что... Мы действительно можем все это придумывать. Как бы нам подтвердить это еще надо. Хаджими, если ты единственный, кто увидел видео повешения, и первый, кто обнаружил тело Ибуки, да, мы вполне можем быть убийцей тем самым. Тогда ты можешь врать столько, сколько можешь, верно? Нанде орега усо цканакше наранай нда ё? Врать? Зачем мне врать? Зачем? Тоузен, джибун ни тотте фцугоу на синдзиц кара, бокура но мео сорас таме да ё. Очевидно так, что ты можешь заставить нас игнорировать, что... Может быть неудобной правдой для тебя? Оре о утагаттере но ка? Ты сомневаешься во мне? Соу жанай нара шоумейште хоши на. Если не врешь, хотел бы, чтобы ты доказал это. Хора, шоумейште мисте ё. Кими га ханнин джанай тте кото са. Ну же, попробуй доказать это мне. Докажи, что ты не убийца. Это именно так, как Зуичи сказал.
Нагита тот парень, что лишь запутает нас и сделает вещи хуже. Черт, я не должен был объяснять это Нагита. Теперь у меня проблемы благодаря этому. На самом деле, я сейчас вообще никак не могу винить Нагита. Он делает то, что должен делать. Расследовать это дело и узнать правду. Так как он один из тех, кто... Один из умных в нашей группе. Если ему не объяснить, то... Меньше людей будет, которые могут догадаться о правде, найти правду. Фу, документ. Ключ от мотеля, бумага оторванная, камера наблюдения, монитор, билет в кино, окей. Хината-кун на шоген ва акирака ни аяши. Сведения Хаджимы довольно подозрительные. Сведения Хаджимы — это ложь. Когда факт, что Ибуки повесила из себя, тоже будет ложью. Я не думаю, что я могу отрицать эту возможность. В конце концов, Хаджима — единственный свидетель. Зачем Хаджиме врать? Ну, очевидно, потому что он убийца. Разве Хаджим убил обоих? Факт, что тело имитировали в кино. Значит, что это, вероятно, вина Хаджима. Окей. Я не убийца, там должно быть где-то противоречие. Мне нужно найти его и прорваться. Окей. Хината-кун の証言は明らかに怪しいよ。なたさんが一番ね、嘘だとすると。いや、私が一番ね、嘘だとすると。もちろん嘘ってことになるね。その可能性は否定できねえかもな。だって目撃者はひなただけだもんな。カジメ единственный свидетель。それらの死体を映画に見立てたのも。イミテировали кино. Окей, давайте еще раз посмотрим, что у нас есть. Хината-кун の証言は明らかに怪しいよ。なたさんの証言が嘘だとすると。Потому что мы не могли видеть это кино. もちろん嘘ってことになる。その可能性は。だって目撃者はひなただけだもんな。なぜひなたさんが嘘をつくのですか。もちろん彼が犯人だからだよ。Сначала он говорит, что мы врем, но потом он говорит, что он... Потом он сам говорит, что про это кино, хотя он в курсе, что мы не смотрели это кино. Окей, Нагита, я понял. Ты хочешь поиграть в игру, да? Ну, поиграем в твоих правилах. Я не убийца, в смысле, я ни за что не смог бы имитировать это кино. Конечно, ты не мог, я уже знал это. Хината-кун は事件前にあの映画を見ていなかった。Вау, Нагита, вау. それは彼が持っている招待券が証拠だよ. Он сказал нам, посоветовал нам сохранить тот билет, чтобы... Ради этого лишь момента единственного, чтобы... Ради этого момента в суде. Чтобы он на минут смог сам это сказать. Чтобы обвинить нас во лжи. До инцидента Хаджиме никогда не смотрел этот фильм, его билет — доказательство этого. Каждый человек получил лишь один билет. И они помечены штампом, который показывает дату и время. Не так ли, Монокума? Да, здесь нет ошибок. Что значит ни за что Хаджима, который никогда не видел фильма, мог совершить убийство, которое имитирует его? Или кто-то сказал им, что произошло в этом фильме?
Конечно, никто этого не сделал, верно? Чё-то матэё! Сомо-сомо, омэй га иидашиппе жа нэйка! Подожди секунду, ты ведь был тем, кто... сказал об этом первым изначально. Омаэ да! Доую цмори да! Нагита, что ты делаешь? 今回は君の目撃証言が前提になるみたいだから、まずはその地盤を固めておこうかと思ってさ。 Ну, так как мы начинаем с твоего свидетельства, я думаю, что нам стоит подтвердить основания. Это также будет хорошей разминкой. Нанига уоминг-ап да? Асоби джа най да со. Какой разминкой? Это не игра, знаешь ли. Ну... Я бы поспорил, но окей, это не игра. Укуранай дэо. Асоби джа най кара косо уоминг-ап га хицио да то омотта даке нан да. Не сердись. Я думаю, что... Разминка очень-очень важна, так как... Особенно потому, что это не игра. Какая трата времени? Ну, я знала, что это так закончится в любом случае. Дева, Хината-сан-но шоуген ва синьоу декиру туюкото де гирон о сусумемашоу ка. Теперь, так как мы знаем, что свидетельство Хаджиме надежное, давайте продолжим с аргументами. Цукото ва... Миода-га-дивен-де-кя-та-цу-но-бот-та-но-му-ма-чигай-не-н-да-на? Так что это значит, что Ибуки определенно залезла на лестницу сама, верно? А, ташка-да-ё. Да, я уверен. Нара-кимари-да! Миода-ва-дзи-са-ц-да-т-та-н-да! О боже, извиняюсь. Извиняюсь, конечно, за звук. Так это решено. Ибуки совершил суицид. Если Ибуки совершил суицид, тогда кто убил Хиёко? Да, сначала, мне кажется, надо узнать, что с Хиёко вообще, какое там дело. Убийство случайно происходит в том же месте, как в том же, где и суицид. Это невозможно, а? Цука, сакки кара иттен даро. Конкай но джикен де, нани га мондай нано ка ва хаккири штеру тте ё. Как я сказал ранее, это довольно ясно, как, в чем проблема в этом деле. Аннинва, Хината га лайвхаус кара ханаретеру айда ни Сайонджи о коруштерун дасо. Убийца убил Хиёко, пока Хаджиме ушел из клуба. Даттара, соре га кано датта яцу о хаккири сасереба ии даке жа не ка. Так что все, что нам нужно установить, это... Все, что нам нужно сделать, это установить, кто... Кто мог бы сделать это. Дева, Хината ни то. Тогда спросим Хаджиме, как долго ты говорил, ты тебя не было в музыкальном клубе? Мне должно было быть... я должен был быть уходить более чем на 10 минут. Так что они убили Хиёко и связали ее за 10 минут. Это ни за что бы не может быть возможным. Опять же, мы... Это все еще может быть Хаджиме, потому что он... Он первый, кто пришел туда, и он мог просто там случайно найти Хиёко, которая там была. И убить ее, и связать ее. Но на самом деле это все равно тяжело. Нельзя просто так обвинениями кидаться, потому что вероятностей может быть куча. Нам нужно сначала
хоть одну теорию придумать и от нее отталкиваться. Дагара, ханнин ва соно джикан казаги но таме ни ано лайв хаус о мишцу ни штан даро. Поэтому убийца тягил время, чтобы делая музыкальный клуб с закрытой комнатой. Мишцу ты нандо? А, что ты имеешь в виду под закрытой комнатой? Ханнин ва лайв хаус но тобира о учигава кара фуса ште. Орера га сугу ни хайте кораре не ео ни ште тан да ё. Убийца заблокировал дверь музыкального клуба изнутри, чтобы помешать нам войти сразу же. Десуга, лайвхаус но дейригучи тэ ано дуа даке дешта ё не. Ну та дверь это единственный вход в музыкальный клуб, верно? Соре о учигава кара фуса ште шиматтара, ханнин мо дераре наку натте шимаемасу ё. Если не заблокировали дверь изнутри, тогда убийца не смог бы покинуть этот клуб. А, соно тори да. Да, ты абсолютно права. Цумари, орера га лайвхаус но тобира о бучи абутта токи, ханнин ва мада нака ни иягаттан да. Что значит, когда мы проломили дверь музыкального клуба, убийца все еще был внутри? Ага, он был. То нареба, соно токи но алибай га не яц га аяшии тте кото ни нару хазу да га. Я уже говорил, я сомневаюсь, что это правда. Хотя нет, ну, убийца был внутри, где я могу спрятаться? Возможно ли вообще это? В таком случае единственные подозрительные люди это те, у кого нет алиби на это время. И это вы двое, Соник и Зуичи. Я тоже? Какого черта, почему должны быть мы? У всех других есть алиби. Оре то Нанами то Цумики ва Ината то иссё ни соно лайвхаус но тобира о ябуттеру ши. Чайки, Миканы, Хаджими и я все выломали дверь в музыкальном клубе вместе. Танака ва соно чокузен ни мотелю де Хината то аттета хазу да. Ганнам встретился с Хаджими в мотеле сразу после этого. Прямо перед этим, точнее. Соре ни бёйин ни ита Оари то Комаэда ни ханкоу га фуканоу то нареба. Темэра но дотчика то шика кангае ранне даро. Если Каны и Нагита лежали в больнице, единственный человек, кто остается, это один из вас. Алибай га най хито нара моу хитори иру ё не. Хора, Идай кун да ё. Есть еще один человек, у которого нет алиби. Знаешь, Никамару? Васимука! Я тоже. Эй, почему ты говоришь как? А? Ты шутишь, верно? Ты ведь не задумал, что это странно, не так ли? Ямете кудасай! Варуй джоудан ва Ёшико-чан десу ё. Пожалуйста, перестаньте делать плохие шутки. Тоникаку! Ханнин га лайвхаусу ни кагурете та ижо! Соно токи но алибай га не яцра о утагау но ва тоузен да! В любом случае, если убийца прятался в музыкальном клубе, мы, очевидно, должны подозревать людей, у которых нет алиби. Нанте акухицна ойкомиката да! Койцу га хоншоку но ваза тте яц ка ё! Что за дикий способ представить нас к стене? Это его профессиональный навык. Убийца был внутри музыкального клуба. Кухика, очевидно, думает так, но действительно это правда? На самом деле это так. Что ж, думаю, это мы уже узнаем в следующий раз. Я сказал, что мы будем
много дольше видео делать, но это довольно дольше, чем обычно, но слишком долго я тоже не хочу это его делать, так что я на этом моменте как раз остановлюсь. Уже так думаю, следующий будет нон-стоп, дебаты начнутся. И пока что я как раз, как уже говорил, закончу на этом видео, и всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, как обычно, оставляйте комментарии, ставьте лайки, и увидимся в следующем видео, всем пока.